Вот, значит, у нас уровень, который в ремейке называется Tomb of Teotihuacan или Teotihuacan, а в этом самом, в оригинале вот эта вот часть называется Цистерн. Поэтому я в названии видео напишу Цистерн Tomb of Teotihuacan. Вот, значит, смотрите, вот это тоже так же мы двигаем, короче, здесь. Тут у нас крысы где-то появляются. Вот они. Да, одна крыса. Короче, что они сделали? Ну, во-первых, мы... Видите, мы здесь приплыли, да, с прошлого уровня сюда, в эту комнату. А в оригинале мы сверху откуда-то прыгали и оказывались, вот. Потом, короче, ну, чем они что сделали? Они взяли первую часть, первую половину уровня Цистерн и последнюю половину уровня Tomb of Teotihuacan из оригинала, совместили это все в один уровень и назвали как Tomb of Teotihuacan. То есть, где мы сейчас находимся, это в оригинале называется Цистерн. Вот сейчас вот эта первая часть уровня вот этого. Вот. Значит, как у нас было в этом самом, в оригинале? Там вот этот рычаг находился с этой стороны. Да? Мы, значит, двигаем эту фигню сюда. И нажимаем на рычаг, у нас открывается. Я когда, кстати, играл в оригинале, я сказал то, что там сделано по-другому. На самом деле, то есть я говорил то, что там одной комнаты нету. Но там, в принципе, по сути, в принципе, так же сделано. Просто я, видимо, что-то перепутал. То есть также поднимаемся. Упс, что это она? Нажимаем на рычаг. Наверное, надо было еще поближе поставить. И вот у нас открывается дырка в полу. Также спускаемся и попадаем в следующую комнату. Где у нас тоже крысы. Я не убил. И вот там у нас впереди главная комната. То есть как бы в этом самом... В Tomb Raider Universe нету цистерн, то есть они цистерн и Tomb of Teotihuacan, части этих уровней совместили и назвали просто Tomb of Teotihuacan. Вот, но я в названии этого видео все равно напишу цистерн. Вот. Значит, вот она, наша главная комната, которая, значит... Вот, в уровне, значит, вот это как бы уровень цистерн в оригинале. Вот он. Вот эта большая комната. Но тут она, видите, чуть-чуть очень сильно изменена. Во-первых, в оригинале она была вся цветная, красивая такая. Очень ярко там было, да? А тут, видите, как темно, так мрачно. Вот, во-вторых, слышали сейчас вот этот чувак, он появился, да, и что-то сказал. Но мы его самого не видели, вот. А в оригинале он сам появляется вот там вот позже. Плюс он появляется, тут комнаты есть в оригинале. Он появляется тут, в комнатах, нужно его мочить, вот. А тут в ремейке, видите, его нет, он просто что-то сказал, да, и все, и он пропал. То есть его не видно самого, не надо с ним перестреливаться. И вот тут очень, видите, очень-очень все сильно изменено. Вот, значит, ну, так же, как в оригинале, мы шли сначала в эту сторону, да. Мы там перебирались, брали ключ. Так мы сейчас туда пойдем. Но тут уже никаких ключей нету, никаких дверей тут нету. Тут все это нафиг вырезано. Значит, что мы делаем? Мы идем сюда. И прыгаем вот сюда. Так. То есть тут никаких ключей не надо собирать, никакие комнаты не надо открывать, никаких комнат тут нету. Тут все вырезано. Тут вот эта вот большая вот комната, только ее оставили они и все. Так. Дальше, как нам тут, чтобы не лохануться, а то я вниз не хочу падать. Так, значит, вот сюда попробуем. Так, видите, тут очень сильно они поменяли. В оригинале тоже мы лазим, но немножко по-другому. Так, вот сюда. Вот тут мы на руках перебирались в оригинале. Вот, и дальше мы брали ключ. А тут в ремейке такого нету. Так, тут как-то я перепрыгнуть смогу сейчас вот так. Я что-то даже и не помню. Да, перепрыгнул. Так, идем сюда. Значит, тут в оригинале была стенка, мы на нее лезли, брали ключ. Тут такого нету.
Так, а вот это место, вот, где мы сейчас находимся, оно в оригинале тоже есть. Вот. Дальше тут в оригинале у нас вот. Мы могли сразу сюда забраться, и там бегал тот чувак. Но тут сюда забраться нельзя. Цель твоя сюда забраться в самом конце. А в оригинале была цель забраться вон в ту сторону, туда дальше проходить. А тут, видите, тут нет такого. Тут все то, что дальше, там была целая комната в оригинале, тут этого нету. Плюс тут в оригинале была целая большая постройка, на нее можно было потом забраться и пройти дальше. Тут этого тоже ничего нет, вот. То есть в оригинале наша главная цель была поднять воду и в итоге туда пробраться дальше. А в ремейке у нас цель тоже поднять воду, но уже забраться вон туда. Вот там продолжение уровня. Так. Так, такая вот разбор такой. Так, дальше бежим сюда. Не берется. Так, теперь сюда. Вот. И тут видите что? Вот тут в оригинале была такая фигня, тут нужно было ключ вставить, и там дальше продолжается уровень. А тут, видите, нет ничего, все, вы отрезали нахрен. Вот. Потом тут тоже была целая постройка, на нее можно было забраться. Так. А в ремейке что там тут сделали? Нам тут, ну, убрали все комнаты, вырезали, никаких ключей тут нету. Зато тут нужно вот эти вот коробки вниз скидывать. Как круто, да? Так, одну скинули. И теперь смотрите, что получается. Теперь мы можем передвигаться дальше. А в оригинале такого нет. В оригинале ты на ту сторону комнаты можешь попасть только вот оттуда, откуда ты начинал. А тут в ремейке можно попасть и отсюда. Вот. Так я не хочу сейчас вот идти так. Я хочу вернуться обратно так, как мы в оригинале возвращались. А я, наверное, не смогу запрыгнуть-то обратно. Ну попробую. Если что, я умру. Тут был чекпоинт, пофигу. Да, видите, она не забирается. И там, видите, крокодила внизу. Ладно, не, обратно мы уже тут не вернемся. Ладно, тогда идем так. Так. Так, еще дальше. То есть мы сейчас идем на противоположную часть комнаты. Вот. Вот. И скидываем еще один ящик. Вот. А в оригинале тут что? Тут, значит, в оригинале дверь, которая закрыта ключом, ты ее открываешь, проходишь дальше, там комната, там потом подводные вот эти туннели, несколько комнат. Вот, но тут, конечно же, ничего этого нет. Тут просто вот какой-то обрубок, блин, тупой. Сделали. Так, дальше идем. Ага. Дальше в оригинале здесь была тоже дверь, которую мы открывали ключом. Дальше проходили. Тут ничего такого нету. Тут есть эта штучка. Мы эту штучку крутим, и у нас поднимается вода. Но воду мы пока поднимать не будем. Сейчас я хочу. Не знаю, достаю я до крокодилов или нет. Значит, я хочу так же, как в оригинале, сейчас спуститься вниз. Да? Вот это вот помещение, где мы сейчас находимся, оно в оригинале тоже есть, но оно тут изменено. Это тоже крокодилы плавают. Так, а как мне выбраться-то отсюда? Я что-то забыл. Странно. А, вот так вот. Вот. Крокодилы тут очень глубоко ныряют, их иногда не убьешь. Просто пули не долетают. Соответственно, надо выманить их. Вот, а в оригинале можно сразу, короче, их замочить. А тут они, видите, поумнее немного. Так, одного замочил. Обоих замочил. Так, значит, ныряем.
В оригинале тут, значит, как было? Тут были такие дырки, ты в них заплываешь, в одной в стенку внутрь туда заплываешь. С одной стороны был секрет, с другой стороны дальше проход и дальше по уровню. Ты проплываешь подводный туннель. Тут такого ничего нету. Да. Дальше я сейчас хочу вспомнить, как дальше-то действовать. А, ну вот, мы спустились вниз. Так. Тут внизу в оригинале ничего не было. А в ремейке они тут... Но зато в оригинале были другие комнаты. Тут комнат нету, зато тут они добавили внизу кое-что. Значит, вот этот ящик нам нужно двигать, чтобы мы могли забраться дальше наверх. Видите, на эту колонну мы не заберемся. Мы можем забраться, по-моему, вот на эту. Да. Так. Нет-нет-нет, подождите. Этот ящик нам нужно скинуть в воду сейчас. Так. Такого в оригинале нету. Это они все добавили в ремейке. Так, скинуть его в воду, потому что он нам там понадобится внизу. Блюх. Так, один мы скинули, и у нас еще был второй. Но второй в другой части комнаты. Мы сейчас его пойдем и тоже скинем в воду. Для начала возьмем аптечку. Так, а где тот ящик-то? Его... Что-то подождите. Видите, тут как темно. Крокодил. Тут были крысы, кстати, в оригинале. Так, вон второй ящик. Так. Здесь, ну, его тоже в воду скинем. Так, по-моему, наверх еще рано подниматься. Так, скинули. Теперь я хочу... вернуться на противоположную сторону. Я вот точно не помню, нужно наверху покрутить эту штуку сначала. Или здесь внизу. Я сейчас хочу попробовать внизу покрутить. Уровень воды должен опуститься, чтобы нам вниз туда попасть. Потому что пока там вода, мы там ничего сделать не можем. Сейчас крутим вот эту херню. Вот, отлично, все правильно. Вот, а в оригинале такого нет. В оригинале в этой комнате воду спустить нельзя. Но зато там в оригинале другие комнаты есть, которые ты проходишь с удовольствием. Так. Значит, что мы тут делаем? Тут вот в ремейке зато они все те комнаты обрезали, и подводные там эти туннели, зато они в этой комнате добавили. Значит, что мы тут делаем? Вот у нас такие вот есть штучки. Это раз... И вон вторая штучка 2. Вот на эти две штуки мы двигаем ящики. Но нам нужно будет один ящик, чтобы забраться наверх обратно. Потому что вот у нас... Мы никак просто наверх не заберемся. Что такое? Вот. Значит, его мы... Так... Вот тут у нас, видите, еще секрет находится. Я вот точно не помню, какой тут правильный порядок действий. Значит, этот мы двигаем сюда, чтобы забраться обратно наверх. Этот мы двигаем сюда. Чтобы открылась эта фигня, и теперь мы поднимаемся наверх, и плот выплывает. Так.
тут долго очень подниматься наверх. Во. Теперь нужно аккуратно прыгнуть. Так. Это еще не все. Теперь еще здесь немного поднимаемся. Вот. Теперь включаем воду, и выплывает плот, который нам очень нужен. Без него мы не пройдем. Так. Тут у нас был чекпоинт. И вот он, значит, плот наш. Так, и этот плот мы должны тянуть вон туда, в ту сторону. Но я, блин, лоханулся, и я тут решетку не открыл. Блин, а? Ну ладно, плот мы вытащили, да? То есть там ящик стоит, нам он уже там не нужен. Соответственно, мы его сможем оттуда сейчас снять. То есть наша главная цель сейчас была вытянуть плот. Так, сейчас опять эту фигню крутим. Опять воду опускаем. Я, по-моему, немножко не так сделал. Можно было, по-моему, как-то попроще это все сделать. То, видите, приходится опять вниз спускаться. Так. Значит, плот у нас уже свободен. Значит, эту фигню мы теперь двигаем. Здесь она нам уже не нужна. Туда. На ту сторону. Что-то он не выдвигается почему-то. Странно. Не должно ж быть такого, он должен выдвигаться. Хм. Как же я тогда заберусь обратно? Он должен выдвигаться. Ребят, что, глюк что ли какой-то, господи? Не может быть. Ну, блядь, смотрите, мы должны этот квадрат должны мы поставить сюда. А этот у нас так тут и стоит, чтобы мы могли забраться наверх. Иначе тут никак не заберешься. Или я что-то путаю? Вот. У нас решетка там... То есть мы можем теперь плот двигать. Ну как я теперь обратно заберусь? Если только у меня вот такой вариант. Я стопудов говорю, то что вот эту фигню, она должна отсюда вытаскивать. И ты ставишь ее сюда. Или эту оставляешь тут. А эту уже ставишь туда. Она почему-то не вытаскивается ни хрена. Бред какой-то, а? Вот вам, блядь, и ремейк нахуй. Глюкнутый в жопу. Мне нужно забраться наверх. А как я заберусь? Я попробую тогда плот обратно подтянуть. То есть сюда к себе подтянуть его. Может быть, он мне поможет. Может быть, я с него смогу... Нет, она не достанет тут. Короче, похоже, это глюк в игре. Придется опять использовать террафлай, чтобы подняться наверх. Ну, это разве не... Это разве не круто, а? А ну-ка, погодите-ка. Вот оно что, ёб твою мать, вот оно что.
Блин, вот я лох, а? Вот я стормозил. Ну та фигня, я говорю, правда, я ее раньше всегда вытаскивал. А сейчас почему-то она... У меня, блядь, опять что ли антивирус этот ебучий обновляется? Он все время не вовремя обновляется, когда я видео записываю, блядь. Ой, блин, сейчас выключу его нафиг. Да, блин, антивирус обновлялся. Так, вот мы, короче, ладно, вернулись обратно наверх. Так, пока я не забыл, сейчас секрет взять. Чтобы взять секрет, там один рычаг есть, который, кстати, не так-то просто заметить. Его нужно специально искать, или если ты знаешь, где он находится, тогда его нажать, чтобы секрет открыть. Так, все, теперь мы можем плот тянуть и выходить уже из этой комнаты. Все, мы ее прошли, считайте. Видите, как легко и как быстро, не то, что в оригинале. Так, вот он, значит, плот наш. Его мы должны тянуть... Куда-то сюда. Вот сюда. Плот тяну я сюда и туда. Тут, видите, даже специальные такие дорожки, по которым его можно потянуть. Вообще, конечно, они сделали тут полную хуйню. В оригинале намного интереснее. Несколько ключей, несколько дверей, несколько комнат, подводные там всякие туннели. Так. Так. Теперь нам нужно обратно вернуться наверх. И на этот раз уже наверху включить нашу штучку. Нашу воду. Видите, чекпоинт. Так. Но тут есть еще одно место, куда я, по-моему, не пошел. Сейчас я хочу вернуться сюда. Так. Где-то вот такая вот, где я сейчас нахожусь. Похожее место еще где-то есть. По-моему, я где я не был. Так. Вон, видите, вон она. Там лежат патроны, вон там. Ну, туда, в принципе, не обязательно идти, но давайте сходим. Заодно уж. Да. Опять что ли она не цепляется ни хрена? Теперь мы начинаем аж отсюда, блин. Почему я не люблю эту херню? Даже кажется, что в ремейке хуже это сделано, потому что не всегда она допрыгивает, не всегда она цепляется. То есть, как бы в ремейке у меня с этим больше проблем, чем в оригинале. В оригинале как-то попроще. Ладно, не пойду я тогда туда, хер с этой фигней. Пошли сразу по прохождению. Ну, там просто какие-то патроны лежат. Так. Вот, значит, нам нужно вот эту херню покрутить. И еще больше воды добавить. Так, и теперь смотрите, значит, идем сейчас за секретом. Значит, на одной из колонн есть рычаг. Блядь, бесит меня. Тут воздуха вообще мало, пипец. Очень мало воздуха. Так, а вот на какой колонии рычаг? Вот он. И это у нас секретик достается.
Опять же, чтобы его взять, нужно в ту комнату, ну, в то место поплыть. Так, ну я не знаю, хватит ли у меня воздуха или нет. По идее, должно хватить. И она не берет его. Блять, вместо секрета она взяла патроны. Ну не дура ли, а? Блин, а. Не, воздуха хватает, в принципе, нормально. Сейчас еще раз нырнем. Хотя нет, погодите, она взяла секрет. Но звука не было, что она взяла. Хотя да, засчитали, видите, один из двух. Хм. Был звук только, что она взяла патроны. Мне еще это... Я еще, блин, подумал, блин, патроны взяла, лучше надо было секрет взять. Так, подождите, а где второй секрет? А, все, вспомнил. Все, мы прошли, тут больше ничего нету. Теперь нужно, собственно, идти к выходу. Видите, как они сделали? Все. Так, тут мы не сможем подняться. Вот плот наш. Вот. И теперь мы с помощью этого плота сюда аккуратненько его подтягиваем. Все, стоп. Все. И идем сюда. Вот. Значит, в оригинале тут была тоже большая комната, тут там бегал этот чувак, которого нужно было перестреливаться. Вот, а в ремейке здесь продолжение уровня. В оригинале продолжение уровня было в той стране, да, там была конструкция, туда идешь, там комнаты еще проходишь. Вот. А тут такого нету. Вот последний раз полюбуемся на вид комнаты. И идем сюда, значит. Часть уровня... Цистерн, в оригинале цистерн, у нас закончилась. Теперь мы переходим к части уровня Tomb of Tehokan. Но это мы уже в следующем видео сделаем.